Итак, всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас очередной ролик по проверке казино на Nike StarPlay. Сегодня у нас баланс 6400, и мы проверяем нашу любимую рулеточку. И у нас сегодня тактика. Смотрите какая, сейчас объясню вам. Допустим, нам падает цифра 8, да? Первым делом мы ждем 4 прокрута. Примерно 4. То есть у нас упало 8, мы ставим черный цвет в левую сторону. То есть от 2 до 17. Ставим и ждем. Почему именно 4 ставки? Сейчас я вам объясню. Что у нас падает сейчас? Колесо крутится, денежки падают, либо забирают, не знаю. И падает у нас 30 красное, да? Угу. Значит, берем, опять же, то, что упало красный правый. То есть мы ставим красный и правый ряд весь. Но почему я сказал именно 4 ставки? Смотрите, сейчас будет вторая ставка, потом третья ставка и четвертая. Если за эти 4 ставки у вас не выигрыш не идет, не на больше проигрыша, то вы ставите противоположную сторону. То есть, как это понимать? Сейчас вам объясню. Вот, допустим, упало 8, да? Я поставил 8, упало 30. Я поставил 30, да? Вот, упало 36. То есть, из 3... 8, 30, из 2 упало 1 выигрыш, это мало. То есть мы опять же ставим составочку 4 раз. Поставили, кстати, упало 30, 36. На эти цифры надо ставить чуть-чуть побольше денежек, потому что очень часто выпадают одни и те же цифры. Ну и ждем. Четвертый ход. И что у нас падает? Тринадцать. Вот, смотри, о чем я говорил. Из 4 ставок у нас получается 3 проигрыша, 1 выигрыш. То есть по сегодняшней тактике я ставлю опять же то, что упало, да, то есть от 2 до 17 черная. Но вы ставите, допустим, по логике у вас нет выигрыша, вы ставите от 19 до 36 красная, то есть противоположную сторону ей, то что упало. У нас упало 13, вы ставите красное. Вот, к примеру, сейчас и проверим. Извиняюсь, микрофон. Какая тактика лучше? То есть это либо там. Пока мы придерживаемся своей тактики, вот видите, если поставили бы противоположную сторону, мы бы выиграли. Вот, то есть сейчас я ставлю опять же под 7, 30 и погнало. То есть то, что упало нам. Но вы как... То есть как вы подумали, уже 4 ставки прошло у вас, больше проигрышей. То есть вы сопоставили бы от 2 до 17 черное. Так, мы уже проиграли, получается, 600-500 тысяч. И даже больше. Мы там выиграли же пару раз. Вот. Ну тут да, ни там тактика не выиграет. Опять же, я составлю, получается, от 1 до 18 красные. Ну вы ставите, опять же, по логике, от 20 до 35 черное. Второй раз ставить на, то есть у вас ставка получается там из 10 ходов, и следующие 5 ходов вы можете на рандом число поставить. Это как бы вас удваивает, вас выигрыш. И смотрите, какая же тактика победит. 11, да, черная. Это вообще даже не там.
Хорошо, упал 11, я ставлю, получается, опять же, черный левый край, но вы ставите красный правый край. Следующую игру, точнее, следующую проверку. Возможно, проверим опять рулетку, только вот именно по такой тактике. То есть сначала будем 4 ставки смотреть, а потом будем уже думать, как нам ставить. Либо повторяющее, либо ставить противоположно. У нас падает. И у нас падает 30. Опять же, вы выиграли бы сейчас, видите? То есть большую часть вы выигрываете, чем проигрываете. Опять же, вы могли бы поставить на 30, допустим, не 10 тысяч, а там 20 тысяч, и вы выиграли уже 700, а не 350. То есть, тем самым вы бы намного больше выигрыш был бы. Но мы ставим 30, потому что у нас упало на 30. И погнали. Но вы ставите сейчас от 2 до 17, черное, не забываем. И падает у нас 32. Ну, действительно, моя тактика сработала. И то мало, 350, очень мало. Должно быть 700. Хорошо, я опять же ставлю 32 и так далее, но вы ставите 2.17. Потому что изначально у нас... Также, может, допустим, вы изначально у вас не пошла тактика, да? То есть вы ставите противоположно. Потом бас, противоположная не пошла тактика, потому что повторяющий идет. То есть вы опять меняете на повторяющую тактику. То есть можно тем самым тот как-то так, конечно, не намного, но быть в плюсе. Все сложно и все нужно запоминать. Вот 14 красная. А, ну тут не вам, не нам, как говорится. Я ставлю, получается, от 1 до 14, а вы ставите от 20 до 35. Вот таким макаром еще можно с другом, допустим, играть, да? То есть он ставит на одно число левый край, вы ставите правый край. И если у него упадает, допустим, там по 20 фишек число, то он выиграет 700 тысяч. А проигрываете вы 300 тысяч всего лишь. То есть вы 300 тысяч еще в плюсе. 12. Опять же, видите, сейчас пошла тактика моя работает. Но вы сделаете 4 хода. Не забывайте, если 4 хода вам везет, то вы делаете эту тактику. Пока месяц из двух, то есть у вас 2 выигрыша получается. Вы уже опять ставите 20-35. Ну а я по своей пока месяц тактике, как я и делаю серийку, ставлю то, что упало. И что же падает у нас сейчас? Сколько денег тут слил я уже, это ужас. 19, да? Угу, тут опять же не сработало ничего. То есть я ставлю опять же 19 и погнал. А вы ставите 2-17. Так, кстати, у нас остается уже совсем чуть-чуть. Мы уже поставили 2 миллиона. Погнали. Опять мы выиграли. Спорная. Так, опять же, я ставлю то, что упало, но вы ставите то, что противоположно. Падает что? Падает у нас ничего. Короче, вообще все сбилось.
непонятно. Но я же ставлю то, что упало. А вы ставите, получается, 1 до 18. Забываем, даже то, что сейчас она не совпадает с тактикой, не та, не та. Вы будете в плюсе по-любому, потому что у вас уже сколько раз падало уже. И могло падать 800 тысяч. То есть это уже на рандом, как вы поставите две ставки. Вот, да? А, нет. 16. Да, 16, видите, получается. Вы бы выиграли сейчас. Но я же опять ставлю то, что упало, а вы ставите 20-35. И это... Так. Да, это вроде бы предпоследняя ставка. И у нас тире 2 миллиона на бюджет уже упал. И что падает у нас? 6. Вообще ни нам, ни вам, как говорится. Ну что, я посчитал, это же была последняя тактика, то есть последняя ставка. Говорю, писать вам, решать. Хорошая тактика, плохая тактика, так что пишем комментарии, ставим лайки, дизлайки и подписываемся. И спасибо за просмотр. И пока.